Всем привет, друзья! С вами Иван Каже, и мы продолжаем обозревать еду из Макдональдса из серии «Сезон итальянской кухни». На данный момент у меня в руках блюдо называется Fresh Cheese, они же сырные шарики. Обошлось мне это чудо в 42 гривны. В долларах это где-то $1.64 по среднему курсу, ну или где-то около 93 российских рублей. Если не ошибаюсь, здесь должно быть их 6 штук. Давайте посмотрим, заглянем, что это такое. Честно, я вообще не особо люблю вот эти вещи. Сколько их пробую, они не особо мне нравятся. Вот такие вот, не знаю, как бы шарик, типа, да, в какой-то такой плотной панировочке из сухарей. Сейчас попробуем. Ну, хотя, это, в принципе, достаточно прикольно. Сыр, ну, я, честно, если бы мне не сказали, что это сыр, я бы не догадался, потому что здесь достаточно много трав, каких-то специй, и оно достаточно все приятное. И отдаленно напоминает какие-то там чизбургеры или гамбургеры из Макдональдс, ихними соусами, грубо говоря. Вот, и достаточно съедобно, хочу сказать. Да, кстати, их действительно в этой упаковочке 6 штук. На этом у меня все, с вами был Иван Каже, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайк, добавляйтесь ВКонтакте в друзья, вступайте в мою группу, всем удачи и пока!